Всем привет, друзья! Сегодня с утра хотел записать видеоролик про ловлю сундуков на Миссисипи, локация Безветренный плес, с этими окунями, о которых вы, собственно, уже знаете по моим стримам. Я уже даже запускал стрим, наверное, месяца 4, а то и 5 назад, здесь они у меня особо не пошли, но потом мне ребята на стриме подсказали хорошую точку, подсказали тот факт, что на него нужно искать точки заброса где-то возле берега. Я послушал этих ребят, нашел вот такую вот точку 3.60, откуда на живца хорошо со дна клюют три вида окуней основных, которые нужны. Это малороты, пятнистый и красноглазый. Вот они и дают, собственно, сундуки, которые нам нужны. И вот утром сегодня сидел, думал, запишу этот видеоролик, но около тысячи окуней выловил, даже 1300, и сундука не было. Записывал эти фрагменты, но сундуков было ноль. И вот я уже подумал, что, наверное, быстрый вылов серебряных сундуков на стримах — это скорее течение обстоятельств было, а нежели какая-то стабильность в их ловле. И думал уже видеоролик даже не делать. Но тут случилось то, чего я вообще не ожидал. Сидел просто, смотрел видеоролик на ютубе, на самом деле не предвещало ничего такого особенного, ничего не хотел уже даже сегодня записывать, думал, стрим потом запущу и все. Но тут сюрприз, вы даже не поверите. Ну хотя вы по названию, наверное, уже знаете и по картинке, но я лично не поверил. Сидел просто на завтыке и смотрел на вот это. Как бы это настолько прикольно, классно, и просто посмотрите на это. Красноглазый окунь и огненный сундук. Красный окунь, красный сундук, и следом через 4 окуня мне дает еще один с красноглазым серебряный сундук. Короче, в чем прикол? Любимая рыба сейчас уже у меня — это малороты. Но при этом чаще дает сундуки именно с красноглазым. Смотрите, допустим, вот у меня есть 4 сундука еще серебряных. Окунь красноглазый, один с малоротым, это еще с давачаном один остался. То есть сундуки реально ловятся, как бы они здесь есть. Найдите свою пулеметную точку на живца и ловите. Еще 2 плюса здесь. Здесь ловится очень много миноги. Вот, допустим, посмотрите, в топ-10 уловов 160 штук. Она окупает часть живца. Это во-первых, а во-вторых, еще здесь ловятся предметы из квеста находки индейцев, или как они там называются, коллекция индейцев или что-то типа того. То есть еще 2 плюса, но скажу и сразу для тех информацию, кто скажет, что вот из-за тебя опять все порежут и так далее и тому подобное. Ответьте себе на вопрос наконец-то, каким образом раньше все резали, когда видеоролики на YouTube никто не записывал. Вот ответите на этот вопрос, потом начинайте ныть. Я надеюсь, на этот вопрос вообще насчет всех видеороликов ответил раз и навсегда. Подумайте об этом хорошенько, прежде чем что-то писать. Ну а я думаю, что видеоролики помогают как раз таки большему количеству игроков воспользоваться тем, что на данный момент актуально, тем, что можно в принципе развлечь себя, вот половить те же сундули с какой-то необычной рыбой на данный момент. Миссисипи вышла давно, но сундуки с ней, этой рыбой, с этими окунями не особо-то и давно ловят. Ну, я думаю, в принципе, эта тема интересная. И вот этот огненный сундук, я думаю, даст чуток развития. Да, возможно, их порежут со временем. Но их бы порезали в любом случае, если бы их ловить начали не сейчас, а через месяц, через два, может, через полгода и без моего видео. Как бы увидим. А может, и не порежут, потому что массово никто их не будет ловить. Просто не найдут свои точки забросов, да и все. Увидим, как будет. Ну и думаю, надо сундуки эти открыть. К слову, все время, вот когда ловил этих окуней, ловил под удачей и кладоловом. На 2 мэджика, на 1 банану. С камнем удачи просто. Как бы клюют они отлично. Хороший результат для вылова окуней — это примерно 250 штук за сутки у меня получается. Это всех вместе, вместе с миногой и остальными окунями. Где-то вот примерно такое количество должно быть. Ну и давайте откроем сундули. Наверное. Надеюсь, что-то с них хорошее выпадет. Давайте с первым окунем красноглазым серебро. Банана стартес. Бесполезный сундук. Второй красноглазый. Здесь путевка на Урал на один день. Прям топчик. Может, кому-то пригодится. Малоротым фишмастером один — вообще ничего. С давачаном Gold River Limited — это мусор. Красноглазый последний. Ice Bullet — тоже мусор. Ну и огненный. Как бы недавно только открывали, да? И тут опять. Давайте, а вдруг ящик суперудачи? Это ровно, кстати, 20-й огненный сундук, который я за свою жизнь, так скажем, открываю.
в этой игре. 20-й ровно. Может, из 20-то дадут, в принципе, ящик суперудачи заветный с таким-то окунем красноглазым. Красный окунь, красный сундук, и внутри есть. Просто наконец-то. Это такая халява просто. Да, все, что могу сказать, это да. Блин, ушли уже события, просто хотел еще раз на это посмотреть, но он не отобразил. Это ящик отвара суперудачи, 20 огненных сундуков понадобилось открыть, чтобы выбить ящик супры. Наконец-то. Ну, правда, моих, вот лично мною, пойманных, было только лишь 3 сундука, вот это третий сейчас. Я думаю, это очень круто. Это просто, просто халява, просто максимальная халява. Вот ящик суперудачи сейчас не рассчитывал здесь увидеть. Думаю, сейчас народу на окунях прибавится чуток, по крайней мере, первые дни. Вот такой видеоролик вышел, внезапный вообще, блин. Ничего вырезать не буду, вот как прокомментировал это все, как все случилось, как все поймалось. Вставлю еще момент поимки. Кстати, именно вытаскивание рыбы не снял, вот только когда вытянул уже сундук и просто сидел в афиге с открытым ртом и втыкал на него. А тут еще и ящик суперудачи. Круто. Надеюсь, видеоролик вам понравился, ребят. Ловите сундуки, выбивайте из ящиков хорошие призы, ловите огненные сундуки и выбивайте оттуда вот такие вот тоже ящики. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.